Пять месяцев ожидания результатов игр Нижегородского первенства по хоккею подошли к концу. На днях оргкомитет подвел итоги чемпионата, в котором принимали участие 10 команд со всего региона. В том числе за главный трофей соревнований боролся и хоккейный клуб «Саров-2009». Было три группы. Вот, мы стали первыми в своей группе и вышли в финальную часть соревнований. И там успели сыграть одну игру только. И потом вот в связи с этой пандемией, то есть участие в соревнованиях прекратили, федерация решила, что «Саров-2009» занял третье место. Попасть в тройку лидеров первенства хоккейный клуб «Саров-2009» стремился давно. Таким результатом ребята и тренеры остались довольны. Рады они и тому, что наконец-то вернулись на лед. Теперь они могут с новыми силами готовиться к следующему турниру. После пандемии было выходить тяжело на лед, и было сложно запоминать упражнения. Было очень приятно, когда сказали, что лед открыт, то что можно выходить на тренировки. Было очень радостно. Ну, первые тренировки были довольно-таки сложными, потому что давно не выходили на лед, давно не играли. Было сложно. В середине октября хоккейный клуб «Саров-2009» отправится на соревнования в Нижний Новгород. Если там ребята займут первое место, то в следующем году они представят наш город уже на всероссийских соревнованиях. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».